Так, мои дорогие, весна на пороге. Сегодня парфюмерное видео, посвященное розе. Я очень люблю розы. Боже, вот эту красивую, вот эту вот красивую жирнючую розу. Вот я вам ее дарю. Я вам ее дарю. Она огромная, огромная роза. Жалко, ничем не пахнет. Но когда роза пахнет, я обожаю запах роз. Именно вот таких вот светлых. Ну и красные розы тоже красиво пахнут. Но мне нравятся розы свежие. Не тяжелый. У меня большая коллекция с ароматами роз. Я не стала брать в эту подборку то, что вы 100 раз видели. Там, я не знаю, портрет оф леди, лирика тамуаж, вот этот вот тяжеляк. Не хочу. Сегодня будут свежие, весенние, красивые, светлые розочки. Ну почему ты такая красивая, но не пахнешь? Ну почему? Ну почему? Ну посмотрите, это же произведение искусства. Интересно, роза это искусственно выведенный цветок? Или это все-таки природа создала такую красоту? I don't know, если честно, I don't know. Ну, цветы люблю, свежие, красивые, люблю. Так, давайте сегодня поговорим про розу. Роза – это элегантность, роза – это классика, роза – это, я считаю, что это ля-класс, но вот такая вот свежая роза. Тяжелые розы тоже, да, имеют место быть. Почему бы и нет? Как бы так красиво. Я вот эти вот розовые розы я не люблю. Ну, вот такой микс-букет пришел. Ну, ладно. Лучше просто были бы белые розы. Короче, ладно, что-то отвлекаюсь. Сейчас настроюсь. Розы. Люблю розы. Для меня вообще каноническая роза в парфюмерии – это изжия от Сислей. Если вы знаете этот аромат, то вы, конечно, его должны узнать, что, про какую розу я говорю. У меня, к сожалению, нет этого аромата сейчас в коллекции, но есть плюс-минус похоже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ароматов сегодня будет. И это все про свежую, красивую, такую при мускусно такую красивую, такую сбалансированную розу. И поехали! Поехали! Чего долго ждать? Роза! Это весенние ароматы, это такая вторая часть весенних ароматов. Я надеюсь, что вы первую часть уже посмотрели про зубодробильную свежесть. Это я вам оставлю в описании, если вы у меня новенький на канале. Вообще мой канал не только про парфюмерию, у меня ежедневные прямые эфиры, общение с аудиторией, общение с моими любимыми подписчиками. У меня видео и влоги, и какие-то поездки иногда случаются, и просто домашние такие всякие зарисовки. В общем, подписывайтесь, если вы у меня новенький. Да, а вот это вот наш бесценный и бессменный наш вот этот вот пес. Это Жорик, мой мопсик. Итак, роза. Ох, с чего бы начать? Ну, давайте начнем с новинки. Пришла мне вот такая вот новиночка. Еще даже, наверное, нигде нет в магазинах. У меня уже есть. Это Миколев. Новинка этого сезона. Это 2024. Аромат называется Офемин. Феминин. Короче, наверное, как я думаю, что это значит женственность. Здесь такая роза, такая, как будто бы немножко даже обманчивая. Кажется, что это какой-то, может быть, белоцветочный аромат, немножко такой весенний, плотный, такой сливочный. Мне кажется, в базе там, наверное, естественно, какие-то такие сладкие ноты, может быть, сантал. Давайте посмотрим. Итак, как я вам и сказала, что это такая, знаете, цветочно-фруктовая, все-таки с намеками на белые цветы роза. У нас здесь, значит, и мандарин, и лимон, и бергамот, и жасмин, и нерали, и много-много-много роз, но вот таких вот желтых роз. Желтых таких, таких, знаете, вот как будто бы даже кажется, что не роза, а какой-то белый цветок. Значит, в базе мускус, сантал, пачули, ваниль. Аромат очень красивый. Он такой, знаете, вот на весну то, что надо. Здесь все сбалансировано. И фруктовая такая история, и белые цветы, и роза, и ваниль и пачули, и мускус. Очень сложный аромат, очень красивый. Но он такой, знаете, взрослый. Он для леди. Я не вижу вот этот аромат на какой-то девчушке в худи, я не знаю, там, от Nike или от Balenciaga. Я вижу этот аромат на леди с какой-то такой дорогой сумкой, в красивом костюме, все такая какая-то такая классика. Может быть, это какое-то кашемировое пальто, как минимум шарф, красивый ухоженный макияж, укладка. То есть это вот прям для таких ухоженных взрослых леди. Ну вот и аромат сам по себе называется. Я так понимаю, что это значит о феминин, это по-французски, наверное, женственность.
что-то с женственностью связано. Я по-французски не сильна. Аромат только пришел ко мне буквально дней 10 назад, так что пока буду носить. Просто хотелось вам рассказать. Конечно же, это их классическая миколевская упаковка, флакон, железная крышка, тяжеленная. Это не пластик какой-то вам дешевый. Очень красивый узор. И всегда Мартина Миколев вот так вот на своем сбоку, всегда у нее такая ее фишечка сбоку делать название бренда. В общем, познакомьтесь с брендом, зайдите в магазин, посмотрите, присмотритесь к аромату. Такая, знаете, не чисто свежая роза, но весенний аромат, такой немножко вот цветочно-фруктово-ванильный, мускусный, сложный, красивый. Так, если говорить про просто свежую, красивую розу на каждый день, это, конечно, Байреда. У меня в этот раз два Байреда. Они, кстати, очень похожи для меня. У них плюс-минус очень похожий старт. Просто Lil Fleur, там еще немножко замша замешана. А Rose of No Man's Land – это просто красивая, свежая роза. У Байреда очень много красивых ароматов про розу. Young Rose – потрясающий аромат. Просто, ну, невероятно красивая роза. Именно такая, вот знаете, на каждый день. В офис. Вот просто надушилась, побежала куда-то. Не напрягающие ароматы. Ну, я очень люблю эту упаковку. Невероятно красивая, правда? Я очень люблю Байреда. Знаете, сначала к нему так относилась. Ой, какой-то мейнстрим. Ой, Байреда, Байреда. Из каждого утюга Байреда. Но действительно качественные, классные ароматы. Разные, но большой ассортимент. Все очень стойко, все очень красиво. Анималик новый какой красивый вышел. Но он такой, конечно, не про розу, но он очень красивый, очень красивый. Там такая мимоза. Такой какой-то немножко такой, ну, классный. Анималик звучит как-то, да, очень агрессивно, но аромат очень красивый. Так, ну давайте, Young Rose. Я обожаю этот аромат. Тем более, мне подарила его любимая подруга. Аленочка, спасибо тебе. Я обожаю этот. Это такая красивая свежесть. Это такое, знаете, ну и понятно, что это роза с мускусом. Что там еще искать? Сейчас я вам, конечно, прочитаю, чтобы полностью... Многие ругаются, что я не читаю пирамиду. Но я считаю, что пирамиду вы сами в состоянии прочитать. Но раз вы хотите, я буду посматривать. Перец, малина, турецкая роза. В базе папирус и амбра. Амбру вообще не слышу. Просто красивый свежак. Красивый розовый свежак. Тут ничего, кроме роз. Свежая роза. Вы знаете, он хоть и 15-го года аромат, но он абсолютно звучит очень-очень-очень современно. Ну вот люблю я его. Что я могу с вами поделать? Он и в шлейфе красивый. Ой, можно я им подушусь? Я что-то сама себе нахвалила, его сама себе продала. Ах, хорош, хорош, хорош. Рекомендую. Вот такой полтинничек у меня стоит уже очень давно. Ну, года 3-4, наверное. Я его обожамба. Давайте посмотрим про Lil Fleur. Lil Fleur мы с мамочкой увидели когда-то, когда только вышел этот аромат. В Принтане мы были. И, конечно, я сразу в него влюбилась. Я специально надела сегодня черную крышку. Вообще у него желтая крышка оригинальная. Это я взяла от Mixed Emotions крышку. Mixed Emotions — это чисто там про смородину. Давайте сделаем видео про смородину, которую я так долго ненавидела, а потом как бы вот смирилась с ней. Что у нас у Lil Fleur? Шафран, лист черной смородины, танжерин, дамасская роза. Если здесь у нас была... Боже. Если здесь турецкая роза в No Man's Land, то здесь дамасская роза. Ну, если честно, особой разницы вы не почувствуете. Так, значит, серая амбра, древесные ноты и ваниль. И кожа, в середине кожа. Но я, как мне кажется, больше замша. Он стартует какими-то, знаете, такими солоновато-розовыми леденцами, а потом раскрывается вот этой вот кожей, вот этой вот какой-то даже замшевой кожей. Очень красивые ароматы, посвященные розе. Девчонки, если ищете себе что-то на каждый день, в офис, на работу, может быть, вы адвокат, а может быть, вы воспитатель в детском саду, может быть, вы учитель, а может быть, вы нотариус. Но вам не надо душиться какими-то тяжелыми, древесными, такими восточными ароматами. Вам нужно пахнуть чем-то вот таким легким, политкорректным, очень элегантным, дорогим, классным. Вот. Обратите внимание еще на Young Rose. У меня нет в коллекции Young Rose, но я бы хотела. Вот прямо сюда Young Rose просится. Хотя ароматы, в принципе, в одном и том же настроении. Байреда обожаю. Байреда обожаю. Какой у них красивый палп. Невероятный. Вот такой зеленый такой вот.
Чисто такой тоже на весну, классно, тоже бы хотела себе. Так, любимки мои, Дом Росса, аромат шампанского, роз, груша там, по-моему, помело, еще что-то невероятно, просто настолько вот прям ниша. Такой аромат, который ни на что не похож. Для меня это и какое-то, знаете, молодое забродившее вино. Вот, если честно, я знаю, что там есть груша, но я грушу там не слышу. Я слышу там вот такое вот молодое забродившее вино, которое пахнет и розами, и, возможно, даже какой-то сливой. Знаете, вот такое сливовое, молодое какое-то винишко домашнее или настойка. Это бренд, всегда говорю неправильно, Дом Росса Liquid Imaginaire. Очень люблю этот аромат. Он уникальный, в нем есть вот эта вот какая-то такая вот алкогольная горчинка. В базе заявлено, что шампанское, но мне кажется, вот розы с какими-то фруктами, и как будто бы это немножко все подбродило чуть-чуть, и начинает вот давать какие-то вот такие газы, знаете, газы пошли, пузыри пошли. Невероятная красота. Дом Росса, я считаю, что это один из лучших ароматов у Liquid Imaginaire, конечно, после Blanche Bett. Blanche Bett у нас был в подборке Old Money. Оставлю ссылку на Old Money, посмотрите этот ролик. Там ароматы старых денег, аромат а-ля класс. Old Money и Blanche Bett в моей голове это одно и то же. Это из одной полки. Боже, этот... Убоги, боги, Дом Росса, произведение искусства парфюмерного, такого вы нигде не видите, такой красоты вы нигде никогда не попробуете, потому что уникальный, глубокий такой, он такой кажется вроде бы свежим, да, но он такой глубокий, вот он раскрываться начинает, он такой бархатистый, он такой тяжеленький. А старт у него такой беззаботный, какой-то фруктовый, очень красивый. Я все-таки определяю его к свежему аромату, хотя, конечно, когда он раскрывается, там слышится какая-то глубина, это не такой, не свежак, конечно. Дом Росса очень люблю, берегу, вот по капельке иногда себе позволяю. Красивый, конечно, бренд, очень хорошие у него ароматы. Все, что я не пробовала от Liquid Imaginaire, мне, в принципе, все нравится, хороший бренд. Так, Лоран Мацони. Лоран Мацони, вот такая вот история. Это аромат 21 года, но почему-то в ГУМе мне сказали, что это новинка. Пробуйте. Ну, я как бы же верю. Я же верю консультантам. В ГУМе, девушки, привет, если смотришь меня. Итак, это King Dice Лоран Мацони. Аромат стартует личи, какие-то тоже цитрусы, а потом раскрытие такой розы. Роза. Конечно, личи есть, по-моему, и в Делине. Но здесь и мускус, и сантал в базе, и этот аромат, я сейчас, конечно, про Делину расскажу, но вот эта роза, она такая, знаете, как бы сначала тоже стартует такими, знаете, конфетной такой розой, сладко такой, свежей, но потом раскрывается, вот начинается второе-третье дыхание у аромата, и раскрывается такой, знаете, такой даже можно сказать, что он такой тяжеленький становится, сложный. Очень такой сложный аромат, очень стойкий, безумный шлейф, но это экстракт де парфам, очень красивый такой флакон. Я очень хочу себе еще орхидею, у меня она есть в черном флаконе, но есть еще орхидея, экстракт де экстракт какой-то, короче, тоже в красном флаконе. Вот я хочу эту орхидею очень сильно. Классный аромат, тоже иногда поливаюсь, очень весенний, очень такой шлейфовый, такой, знаете, объемный. Лоран Мацони, конечно, делает произведение искусства, очень красивый аромат, очень рекомендую познакомиться, посмотрите, какой красивый аромат. У меня еще есть Dolce Pir, грушевые ароматы, кстати, надо тоже вам показать. Грушевые ароматы надо вам показать, у меня как бы немножечко есть маленькая коллекция, я очень люблю грушу в парфюмерии, груша это топ. Очень мало ароматов с груши, к сожалению. Вот здесь груша, по-моему, есть, если я не ошибаюсь. У меня уже, знаете, все смешалось. Ну, давайте посмотрим, кинки. Там не груша, там личи. Извините, груша была в... Короче, груши нет. Здесь личи, розовый грейпфрут, перец, роза, матча, чай, ирис, белый мускус, амбра и сантал. Вот это амбра и сантал делает его таким, знаете, вот когда раскрытие аромата, его делает таким немножко, как бы,
немножко его так усложняет, я бы сказала. А вначале кажется, что это, боже мой, что это за розовые леденцы. Очень-очень вкусный аромат, вам его рекомендую. Ну, давайте поговорим, конечно, про Делина. Я не стала сюда брать специальный эксклюзив, потому что Делина эксклюзив у меня тоже есть. Она, конечно, нелегкая. Так, конечно, Ля Рос. Из всех Делин я люблю вот именно вот эту вот прозрачную флаконе, которая Ля Рос. Это... Где моя кисточка? Куда делась кисточка? Кисточка куда-то делась. Николь у меня его брала с собой. Как видите, да, если Николь берет аромат, она на себя их выливает. Вот, и кисточка потерялась, все, я поняла. Так, у нас в топовых нотах тоже личи, перец, бергамот, в топе роза, пион, турецкая роза и пион. Ну и в базе у нас здесь древесная нота, значит, мускус и ветивер. Очень красивый, свежий аромат, посвященный розе. Вот просто розочка ля класс. Если хотите тоже что-то себе такое свежерозовое, то это Делина ля роз. Обычная Делина, тоже я ее очень люблю. Одно время она мне надоела, она мне немножко поддушивала. Но сейчас я как бы иногда, рука у меня к ней тянется. Эксклюзив не люблю. Там у меня остатки уже какие-то во флаконе. Эксклюзив не люблю, потому что аромат эксклюзив очень для меня тяжелый, близкий к телу, такой тоже поддушивающий. Немножко перемудрили. Вот аромат на каждый день отлично. Но только с ним не переборщите, потому что он очень яркий. Очень яркий. Если хотите что-то прям так, чтобы поливаться, то лучше тогда Делину ля роз. Вот они, конечно, очень прекрасные ароматики. Я вообще люблю этот бренд. Какая Валая красивая у бренда. Мелиора у меня стоит, любимица моя. Это будет в подборке про смородину обязательно. Вот, так что тоже прекрасная роза. Но вы все этот аромат знаете, я просто не могла не сказать. Я как бы же все-таки из своей коллекции ароматы вам рассказываю. Я не люблю рассказывать про отливанты, про тестеры, про ароматы по памяти. Мне все-таки хотелось бы показывать вам всегда флакон. Ну вот как-то так. Так, еще одна роза, которую я обожаю. Это роза от Killian K by Killian. Снятость. Как я хочу Criminal Love себе в запас, но нет. Просто полуфлакон, нет. Чуть больше половина флакона стоит, но этот у нас сегодня Kisses Don't Lie. Don't Lie. Поцелую не лгут. Это более свежая роза. Такая розочка на каждый день. Боже, я сегодня буду пахнуть всем подряд. Это розочка на каждый день. Она такая тоже. Все, в принципе, эти ароматы в одном и том же настроении. Но я люблю такое. Я люблю такое, и я вам сейчас прочитаю. Я сейчас вам прочитаю, что у нас тут в поцелуях. Розовый, сладкий, цветочный, шоколадный. Шоколад там не слышу. 14-го года аромат, боже мой. Итак, розовый перец бергамот, грасская роза, темный шоколад, фиалка, лист фиалки, малина, мирра и папирус. База шикардосная. Это, кстати, кто создал этот аромат? Не написано. Но это киллиновский аромат. Ну, я не думаю, что сам месье Киллин делает эти ароматы. Тоже очень секси, очень стервозный такой. В нем какая-то есть такая холодинка, такая, знаете, вот это вот кто-нибудь к вам лезет со своими поцелуями, вы такие, извините, дистанцию, держим дистанцию. Классный аромат, если у вас есть возможность еще к этим яйцам прикоснуться, великим яйцам. А на что это похоже? На что это похоже? На яйца Фаберже? Или на пробочку, как вам кажется? В общем, если у вас есть возможность прикоснуться к этим яйцам, я вам рекомендую. Я бы взяла себе еще все. Потому что это красиво, это качественно, это прям здорово сделано. Это стойко, это шлейфово, это красиво раскрывается. Это, вы знаете, я почему не люблю люксовые ароматы? Потому что они уходят в вау-вау-вау в начале, а потом уходят в какую-то кашу. Здесь настоящая ниша. Все очень качественно и красиво. Хотя эти Киллины были очень бюджетные по сравнению с другой обычной линейкой Киллина. Они прям были очень по приятной цене. И эта линейка была создана, по-моему, только для России. Если я не ошибаюсь, ну, поправите меня в комментариях. Тоже у меня эти коробки. Они стоят без коробок, эти яйца. Я к ним, конечно, иногда тянусь, когда иду на свидание. Идеально для свидания. Если вы хотите свидание с продолжением, тогда берите Criminal of Love. Если без продолжения, то поцелуи не лгут. Так, вот такая вот красота, если мы уже заговорили про люкс. Это Cartier. Eau de Cartier, но лимитка Goutte de Rose. Я посмотрела, вроде бы снятость. Но где-то еще можно найти на каких-то там маркетплейсах.
У меня вот такая соточка стоит. Аромат, по-моему, тоже 14-го года или 15-го. То есть старенький аромат. 10 лет ему уже. Он немножко тиховатый для Cartier. Вот он как у меня идет. Вот Cartier Карат у меня есть. И Cartier вот этот вот, Eau de Cartier. Они у меня идут в одном таком сегменте. Ароматы хорошего настроения, ароматы радости. Но здесь именно про розу. Роза очень красивая. Такая, знаете, очень политкорректная. Я сегодня этот аромат проверяла. В общем, на себе. Он такой, знаете, вот с утра, когда вы пьете кофеек, хочется что-то нанести такое на себя. На себя такое для настроения. Красивая, свежая роза. Тоже аромат, кстати, в стиле Old Money. Почему-то я его не взяла в подборку. Очень политкорректный. Очень. Может быть, вы дантист. Может быть, вы косметолог. Вы слишком близко находитесь в контакте со своими клиентами или пациентами. То вот такой аромат, конечно, он не будет никого раздражать. Он просто идеальный для свиданий каких-то первых. Если вы просто хотите быть хорошей девочкой. Вот здесь вот просто стерва. Сучка такая, а это прям вот девочка хорошая, в белые блузочки, в джинсе, как на высокой талии, в тренчике в таком бежевом, сумочкой такой вот, картешечка такая на ней, где-то такая вот аккуратненькая надета, просто-просто картье, просто, чтобы никто не заметил, но оно есть. И этот аромат тоже, как будто бы его нет, но он есть, красивая роза, одна роза, больше ничего, там, по-моему, в базе ваниль. Может быть, мускус, ну, такая свежая розочка, очень красивый аромат, люблю его, очень рада, что у меня есть, это мне, кстати, мамочка подарила когда-то очень давно, да, по-моему, если не ошибаюсь. Да, по-моему, да. Так, еще один аромат про розу, хотя в базе роза не заявлена, там заявлено все, что угодно, и персики, и нарциссы, и франчипани, все, что угодно, кроме розы. Но для меня, может быть, потому что розовый флакон. Может быть, потому что я там слышу розу. Ну, такая сладкая роза. Очень, очень насыщенный аромат. Это Giardino Benessere. Просто лютая. Просто лютая линейка. Вот это вот не с прозрачными флаконами, а вот с такими вот цветными. Она подороже. По-моему, аромат что-то по 250 евро, что ли. Вот, но они, потому что в прозрачных флаконах немножко побюджетнее. Это Terenzi. Еще одна очередная линейка Terenzi, Giardino Benessere. Мне Moussin называется. Аромат, конечно же, я пропишу все названия. Аромат потрясающий. Для меня это вот сладкая вата, клубнично-розовая какая-то такая. Очень вкусная, очень вкусная. Очень люблю этот аромат. Тоже им поливаюсь. Очень стойко, очень красиво, очень классно сделан аромат. Но это Terenzi. Terenzi по-другому не умеет. Но опять-таки делаю вам такую маленькую акцент, что в базе розы нет. Но я ее слышу. Но если я ее слышу, значит она есть. Вкусный, плотный, яркий такой вот. Сложный очень аромат, там очень много всего. Просто давайте почитаю вам пирамиду, потому что это стоит того. Очень-очень-очень-очень богатая. Фужерный, цитрусовый, фруктовый, древесный, желтые цветы, белые цветы, розовые цветы, пудровый, сладкий, фиалковый. Ну, фиалки тут нет. 23-го года аромат, новиночка. Значит, что у нас здесь? Иланг-иланг, черная смородина. Лимон, тубероза, бергамот, маракуйя моя любимая. Обожаю маракуйю и есть, и в ароматах люблю маракуйю. Итальянская фиалка, жасмин, самбак, жасмин, самбак, персик, чабрец, фарчипани, нарцисс, корица. И в базе мускус, ваниль, тосканский кипарис, пачули из Индии, серая амбра и арамис. А где же роза, я хочу вас спросить. Донна Роза. А роза здесь есть, отвечаю. Закончила. У меня еще два аромата. Два аромата. Карлов. Почему-то я до сих пор пленку не сняла. Давайте снимем пленку и ее выкинем. Аромат Карлов Роял Роз. Мускусная роза. Похожа на мускус роз. Маск роз похож от Монталь. Очень похож аромат. Мне кажется, они просто какие-то клоны. Роял Роз, королевская роза, Карлов. Аромат не очень дорогой, но он очень стойкий, очень красивый, очень такой, знаете, я сначала подумала, ну, какой-то барбикор. Ну, для меня сначала не заиграл этот флакон, знаете, вот, а потом я поносила немножко. Поносила немножко и поняла, что аромат действительно очень такой игривый. Значит, аромат у нас вышел в 23-м году, тоже свеженький. Мандарин, бергамот, розовый перец в базе. Роза, элеми, не знаю, что это такое, ладан,
древесные ноты, сантал и пачули. Здорово, 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 красивый аромат на свидание для молодых девчонок-студенток, таких, знаете, до 30, девчонкам, которым, знаете, хочется еще так это покружить голову мальчишкам. Он очень секси, он очень секси, просто классный. Обратите на него внимание, если вы что-то такое ищете себе в стиле Rose Musk от Монталь. Я ничего не путаю. Ну, я же ничего не путаю. Это розовый Монталь, он мне похож. Свежий такой сладкий старт, потом открывается роза. Охрененный. Так, ну что нам тут скажет фрагрантика, на что он похож? Похож на букет Dior, похож на Yves Saint Laurent Cinema, портрет of Lady. Нет, 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 он не такой тяжелый. А, ну вот основные пишут, что похож на Fleur Mask. Похож на Fleur Mask от Родригеса. Не знаю, мне он больше Монталь напоминает, какой-то розовый, по-моему, Розес Маск. В общем, девчонки, аромат прекрасный. Аромат прекрасный, я его очень люблю, но не пользуюсь, это не мой стиль, к сожалению. Так, ну и еще одна такая розочка. Я, по-моему, вам это не показывала. Это австралийский уходовый бренд Журлик. Это у меня Rose Water Balancing Mist. Короче, это мист для лица, для тела с запахом розы. Это такая роза. Это прям роза-роза. Красивый свежий аромат, посвященный розе, но это мист. Ну, мист можно носить на волосы, на тело, на одежду. Он очень такой легкий, как сказать, просто для настроения. Стоит эта штука, я не знаю, сейчас я смотрела, евро за 25 можно найти в интернете, это 100 мл. Понятно, что это не парфюм, нет той стойкости, нет той сложности в мисте, но мисты тоже имеют место быть, потому что иногда мы хотим днем одним пахнуть, вечером другим, может быть, в обед чем-то еще как-то себя немножко освежить. Это вот для вашей, может быть, ванной, может быть, там, не знаю, в своем машину бросить или... Не знаю, куда угодно. Знаете, такая штучка, чтобы была под рукой, просто себя освежить. Он очень, очень позитивный, хорошо освежает, поднимает настроение. Очень-очень красивый аромат. И очень красивая стеклянная такая бутылочка. Красивая очень. Я видела, что есть у них еще там какие-то другие, я бы попробовала. Вот это Slug Fantastic. Это Slug Fantastic штучка. В общем, вот такая вот подборка про свежие розы. Мне надо взять этот букет, чтобы у меня была красивая такая заставочка с розами. Дарю вам эти цветы. Дарю вам эти цветы и ставлю их в вазу. Вот, мои дорогие, я вас очень люблю. Спасибо, что вы со мной. Я очень-очень-очень-очень ценю вас, очень ценю каждый комментарий. Я знаю, что аудитория, которая ко мне как бы смотрит меня, но не сильно так как бы вовлечена, очень редко пишет комментарии и делится моими видео. Многие даже не подписаны. Я вас очень прошу быть немножко поактивнее на моем канале, делиться моим контентом со своими знакомыми, друзьями, просто шерить. Это плюс вам в карму. И сердечко. Как там ставить? Сердечко. Вот такое кривое сердечко. Вот, вот. Сердечко вам. Господи. Руки-крюки. Короче, мои дорогие, я буду вам благодарна, если вы будете комментировать поактивнее. В общем, активничать. Лайки, колокольчики. У нас стемнело, поэтому заканчиваю. Люблю вас. Пока-пока.